Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Наступила осень. Значит, что? Значит, скоро будет зима. И поэтому мы тоже подготовились к этому холодному сезону. Мы выпустили новый средний промежуточный утепляющий слой. Это такие вот замечательные брюки. Называются они «Янтарь». В чем сама концепция? Хотелось сделать универсальную, относительно универсальную вещь, которая может использоваться именно как утепляющий слой, но при этом быть достаточно прочной, чтобы в каких-то, скажем так, спокойных обстоятельствах, не подразумевающих износа одежды, применять данные брюки просто как верхние утепленные брюки. Поэтому мы взяли ткань от наших курток Яшма, от курток Перит, и данную ткань применили в этих брюках. Верхняя ткань, еще раз повторюсь, это нейлон 40 Денье, это утепление 80 грамм на метр, утеплитель в данном случае Slitex. Slitex — это аналог всем известного прималофта, ничем совершенно не уступающий по своим характеристикам и свойствам. Значит, далее. Пояс подрезинен. На поясе нет практически никаких выступающих частей, кроме пуговиц. Не забываем, что все-таки основное предназначение данных брюк – это средний слой утепления. Далее. Ластовица. Ластовицу для лучшей вентиляции и для удобства мы сделали из трикотажного полотна, из флиса. Также из флиса сделаны манжеты по низу брюк. Данное изделие будет представлено в трех цветах. В данный момент пока олива. Также это изделие будет в мультикаме и в амхе. Еще раз повторюсь, не стоит рассматривать данное изделие как основную одежду. Это именно средний промежуточный слой утепления. Да, он прочнее, чем обыкновенное термобелье второго слоя. Но нужно при, скажем так, подборе своего гардероба учитывать, что у данной ткани, которая стоит на брюках янтарь, паропроницаемость ниже, чем у флиса, из которого сделано обыкновенное термобелье. Простыми словами, данная ткань дышит хуже. Не забывайте это учитывать, когда будете планировать свой гардероб. На этом, в принципе, все. До свидания.